Он держался до последнего. Украинского посла в Беларуси обыскивали на белорусско-украинской границе в нарушение конвенции о неприкосновенности дипломатов. Его кошмарили белорусские пропагандисты. Вы кто? Беларусь 1 телеканал. Корреспондент Ксения Лебедева. А, корреспондент. Да. Трудно назвать корреспондентом вас. Знаете, вы пропагандистка, мне кажется, но не более того. Его страну поливали грязью, манипулируя фактами. Вместо голодающих в Африке и Азии, украинское зерно досталось испанским свиньям. Украина – государство-террорист. И лишь после того, как правитель Беларуси встретился с главой оккупационной администрации так называемой ДНР, посол Украины Игорь Кизим покинул Беларусь.